Всем приветик! Вот мы находимся на дачке. Хочу вдоль дачи прогуляться. Такие вот тут елки растут. Дачки. Сейчас чуть-чуть на дорогу выйдем. Сейчас покажу, какие дачи здесь в Германии. Смотрите. Вот такие тут дачи. Не знаю, будет видно, нет. Потому что снимаю против солнца. Так. Мне потому что ничего не видно. Солнце мне в глаза светит. Я не знаю, видно ли вам что-нибудь. И вот. Там Климушек катается. Мы пойдем вдоль. Вот это все елочки. Елочки. Это все растения, все живое. Ничего искусственного нету. Вот видите как? Вот это тоже чужая дачка. Тут что-то все елками заросло. Опа. Вот видите, дачка. Там вдалеке поля, поля. Так вот. Такие вот дачи. Такие домики. Птички поют, на улице тепло, ветряные мельницы, так много. Забыль наша спит, маленькая девочка. Сейчас пойдем в обратную сторону. Вот такие вот дачи в Германии. Там вдалеке тоже дома, деревня. Ладно, показала, какие дачи в Германии. Ермачок идет сдалека. Ермачок! Шурует. Ножницы несет. Сейчас заберу, пойду у него. Покачать? Да? Еремушек. Мам, смотри, я научился кататься на качели. Классно. Да? Мы на даче. Сейчас. Но только у дяди Андрея, это не наша дача, это у дяди Андрея дача. Но? Такая. Ну, классно. Тут раньше было кубом. Сильно? Тут раньше был красивый кубом, а теперь его нету. Лето наступило, еще лето не наступило, еще зима идет. Ну, когда
бобы раскапывали себе дома, и из-за этого теперь там все случилось. Чего-чего? Поубирали. Да. Видишь, там все случилось. А, покажи на видео. Гуч. Гуч. Всем привет. Привет, смотри. Давай. Тебя заснять? Ермачочек. Сашенька. Оля, видать? Я не мешаю? Ну, через сотку, блин, не видно их. Журавли летят. Орут. Оля, я тебе не мешаю? Нет. Вас даже не видать. Ну и хорошо, ты дикая. Офигеть, да, они кричат? Ой, мне тоже надо сегодня покрасить. Только не в черный. Да? Блин, у меня я черную то краску купила. Надо ехать опять туда в Росмана покупать какую-то другую краску. Ах, мы на качелях качаемся. А я снимала уже его. Климушка, ты бегаешь? Классно, тепло. Если журавли полетели, значит весна, да? Да. Ну как, ну, классно. Ох, Изабель просыпается. Надо идти. Ладно. Все, пока-пока всем.